Саныч ТВ. Сегодня мы открываем две коробки Бионикл. И что это за Биониклы? Оно и Терк. Ясно. Какого робота ты хочешь открывать первого? Маленького? Ну давай, тогда начнем. А можно вот так вот себе спокойнее? Вот такая очень крутая деталь. Это маска. Маска такая. Или это клюв какой-то этой птицы? Это маска. Ага. Это голова. Она будет цепляться на вот так вот. Она будет цепляться на вот такую костяшку, да? Угу. На коробке вот здесь написано. Так. Дитя земли. Да. И вот тут нарисовано, как он тут машет крыльями. И как он соединяется с другим роботом, он сзади на спину прыгает. А Саша сейчас покажет комиксы, какие тут есть. Как тут этот Терок со своим большим роботом дерется с Умараком, да? Все комиксы одинаковые. Все одинаковые? Да, кроме Умарака. Ага. У Умарака другой комикс, там, где он бегает вокруг. Надо открывать инструкцию и собирать. У Саши получился вот такой вот капкан на сверлах, который стоит. Это сюда нельзя наступать, ни руками нельзя попадать, ни ногами. Потому что... Нет, нельзя вот сюда вот ничего, потому что она вот так вот Да. Пускает и не отпускает. Саша сейчас собирает руки. Вот он как махает своими крыльями. Это он нападает? Угу. На кого? На вот это. Ага, на эту челюсть. Он нападает на вот эту челюсть. Ну вот, друзья, мы собрали вот такого вот драка. И в следующей серии я соберу вот этого Ануа. Ставь лайк и подписывайся на канал Сан Саныч ТВ. Пока-пока. Пока.